Звісно ж, лише одна новина сьогодні в усіх на вустах. Я, мабуть, з'їв ще цього яблучного пирога. Він насправді магазин, не проте, так і не скажеш. Господи, начали атаковать Київ. Всі ми тут, наші військові тут. Блять, смотрите, що происходит на оболоні, блять, ебать, вся оболонь, блять. Громадяни суспільства тут. Захищаємо нашу незалежність. Я так ненавижу, блядь, нашого Зеленського, блядь. Якщо вже говорити на чистоту, а у цей момент як інакше. Сейчас именно то время, когда надо вытянуть язык из жопы и начать что-то делать. Путин, хуйло! Путин! Which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. Dumb. Бомбежки Белграда никак не могут оправдать то, что происходит прямо сейчас. Слава Украине! Мы не сдадим ни клаптика нашей земли. У нас полные подвалы детей! Today I'm authorizing additional strong sanctions. Надо цену спорить, ребята, надо помогать Украине. Вы только пиздите, понимаете? Я лежала вот здесь. Скажи туда Путину спасибо. Спасибо! Я хочу сказать российской армии, пиздуйте нахуй отсюда, ёбаные пидорасы, вас... Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. До домашнего ему як до месяца, скажите? А кава не схожа на магазин, ну так? Я завжди милю зерна, ага, сам. Тата в нас поведений на ідеальній каві. Щоразу, як хочеться кави, треба молоти зерна. Що ж, люди, ми насправді... Ми дійсно зробили все, що могли, правда ж? Ми робили все, що мусили. Путін приказав готувати до запуску ядерної ракети. Люди... Помолитесь.